А сегодня у меня суп грибной с мясом. Вот мясо. Вот грибы. Вешенки с моего сада. Морковочка, картошечка, перчик и кабачки. Почему я готовлю вот такую большую кастрюлю? Да не хочу каждый день стоять у плиты. Вот и все, ленивый я. Поэтому сразу на неделю варю. Салат готов. А вот и курица. Вот где-то 40 лет назад я узнал этот рецепт. Берешь 300 грамм соли, можно и полкило. Одеваешь курицу вот на банку или там, я, например, на кружку. И ставишь 200 градусов. И в течение получаса она запекается, берет сколько надо соли. И все, и готово. И пальчики оближешь. Ну вот, готово. Вот. Вот такая корочка получается. Вон, и жир с нее стекает. И она напитывается солью. Все, сейчас буду снимать.